Творческий, амбициозный, инициативный. В Ульяновском отделении Союза журналистов России пополнение. Профессиональное сообщество «Акул Пера» также приняли специальных корреспондентов и редакторов телеканала «Улправда ТВ». Молодая журналистка Александра Никитина совсем недавно работает в кадре, но уже хорошо узнаваема телезрителями. Летом девушка окончила опорный вуз региона по специальности журналистика. Для нее вступление в ряды Союза журналистов является важным шагом в профессии. Я считаю, для людей нашей профессии очень важно стремиться к чему-то большему, и вступление в Союз журналистов – это отличная возможность, потому что вот этот вот билет, который нам сегодня дали, он открывает на самом деле много возможностей помимо статуса. То есть с ним, насколько я знаю, можно посещать и Третьяковскую галерею, и другие такие места искусства и культуры. Пока Александра планирует экскурсионные маршруты по столичным музеям, ее коллега, уже опытный журналист и блогер Валентина Никонова, активно занимается общественно-политической деятельностью. Для нее вступление в Творческий союз – еще одна хорошая возможность показать свои профессиональные компетенции в области СМИ. Я очень рада. Мне было очень приятно из рук председателя Союза журналистов, что очень важно, получить билет сегодня. Я думаю, он даст статус, подтверждение от профессионалов, моих профессиональных навыков и защиту определенную. Мы сегодня услышали, что Союз журналистов помогает своим членам в каких-то определенных ситуациях, когда действительно нужна помощь. Членские билеты вручил сам председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который с рабочим визитом посетил Ульяновск. На мой вопрос, считает ли он, что сегодня лицо журналистики приобретает женское очертание, Владимир Геннадьевич ответил. Сейчас, а я очень часто бываю, встречаюсь во всех регионах страны со студентами факультета журналистики, подавляющее большинство – это девушки. Почему так происходит, я не знаю. Почему не идут парни в нашу тяжелую, опасную, ну, наверное, самую прекрасную профессию в мире? Вот. Почему так мало парней, не знаю. Но, может быть, это связано и с тем, что зарплаты небольшие, особенно в регионах. Действительно, в нашей профессии работают люди не из-за денег, а скорее те, кто помогает социуму из огромного количества информационных сообщений выделить наиболее острые, злободневные и актуальные события. Хочу напомнить слоган нашего информационного портала «Улправда.ру» и телеканала «Улправда ТВ». Главное – с нами. Антон Никонов, Артем Куранов, «Улправда ТВ».